Четыре человека погибли в ДТП с участием детской хоккейной команды в Свердловской области. Детская хоккейная команда попала в ДТП в Свердловской области, столкнувшись с легковым автомобилем. В результате аварии четыре человека погибли, сообщает пресс-служба местного Минздрава. Известно, что в автобусе было 18 подростков возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. Автобус с хоккеистами возвращался с соревнований в город Новоуральск. По предварительным данным прокуратуры Свердловской области, у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Citroen. Сообщается, что водители и два пассажира ребенка из легковушки погибли на месте. Позже в машине скорой помощи скончался тренер хоккейной команды. По данным СМИ, в аварии пострадали трое хоккеистов. Один из них в тяжелом состоянии уже доставлен в больницу Екатеринбурга. Еще двое спортсменов были госпитализированы в больницу Новоуральска в состоянии средней тяжести. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, будет проверено, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель медицинский осмотр, сказано в заявлении.